второй свисток. Мяч попадает в стенку. Джаркаев атаковал. Он бил поворотом. Не очень дружно футболисты Саудовской Аравии выбегают. Видите, поэтому остались вблизи ворот. И гол! Гол! 2-0. Давид Трезеге своего добился. На 22-й минуте после ошибки голкипера, наверное, это единственная ошибка вратаря сборной Саудовской Аравии в сегодняшнем матче, потому что вратарь очень неплохо смотрелся в игре. Выпустил мяч из рук. Сейчас будет повтор момента. Ну что ж, можно поздравить Давида Трезегея, игрока, который так удачно вошел в игру. Вот видите, но помешать ему было практически невозможно. Тюрам делал передачу, выскользнул мяч из рук у вратаря. Как-то не очень уверенно он его ловил кончиками пальцев. А паса был сильный. А нам показывают еще раз опасные моменты. Вот все завершилось взятием ворон. Голевой момент, да. Явная ошибка вратаря. Здесь и комментировать даже нечего.